і загроза з білоруської сторони продовжує залишатися. Про це нас повідомляють і військові експерти, і українські розвідники. Скайп зв'язком із нами на зв'язку Павло Латушко, екс-міністр культури Білорусі, член президії Координаційної ради білоруської опозиції. Добрий вечір вам. Добрий вечір, вітаю. Пане Павле, ну питання, яким всі задаються, і відповіді, на жаль, одностайної ми поки не маємо. Чи все ж таки дотисне Путін самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка на те, аби почати наступ на територію України і підсилити російський фронт, власне, із цієї сторони ще більш активно? Як вважаєте ви, наскільки ці побоювання станом на зараз мають під собою місце? Но мы видим, что эксперты разделились в мнениях на предмет того, войдет ли Лукашенко с наземной операцией в войну в Украине, потому что он уже является агрессором, предоставив территорию Беларуси. Некоторые считают, что это реальный сценарий, другие нет. Я использую информацию, которая, ну, имею доступ, исходя из тех инсайдов в руководстве силовых ведомств. И они говорят о следующем, что Лукашенко, когда встречался в Сочи с Путиным, действительно получил от Путина ультиматум о необходимости реального участия в наземной операции в войне против Украины. Он, вернувшись из Сочи, два дня не выходил в эфир, он спрятался в своей резиденции, был чернее тучи, многие говорили даже о том, что он так выглядел последний раз в августе 2020 года, когда были самые массовые протесты в Беларуси. В резиденцию он приглашал высших военных начальников, также своих олигархов по очереди, и фактически шли консультации о том, какие действия предпринимать. И мы сейчас видим, что, ну, опять продлевается учение на территории Беларуси с участием, прежде всего, вооруженных сил Беларуси. Я думаю, что ваша разведка военная обладает информацией, сколько вооруженных сил России находится в Беларуси, в Гомельской области прежде всего. Продолжаются стрельбы, то есть используются полигоны, используется авиация для тренировочных полетов. То есть он демонстрирует как бы Путину свою подготовку. Одновременно он заводит тему и народного ополчения, о котором он высказался сегодня, приводя также пример Украину, не знаю в каком контексте, тут вообще, конечно, он до абсурда доходит в своих заявлениях, о том, что в каждом сельском совете мы должны иметь 50 человек, вооружить их, это оружие должно находиться в определенном месте, и в случае необходимости мы его применим. Применим от чего? Для того, чтобы, если нападет Украина, на Беларусь. Украина не собирается нападать. Если Польша, как он постоянно говорит, Польша тоже не собирается, значит, потенциально есть вариант, что он боится нападения со стороны Российской Федерации. А ведь Путин действительно зажал его в тиски, он не оказывает той экономической помощи, которая ему нужна, поэтому он начинает торговлю с Организацией Объединенных Наций. Только что, вот буквально несколько часов назад, он говорил с генеральным секретарем ООН на предмет пропуска украинского зерна в Литву, что он готов это обеспечить. Но он ставит условия снятия санкций с товаров белорусских, чтобы они могли идти через Литву и через Польшу. Он балерина, растянувшаяся в шпагате. Ну, от ви сказали про те, що Лукашенко зараз як балерина, та він на розтяжці, по суті, сидить. От буде перемога України, в неї вірить Європейський Союз, в неї вірять Сполучені Штати. Коли буде, незрозуміло, бо, очевидно, має прийти ще достатньо зброї, ми маємо мати успішний контрнаступ, звільнити всі наші території. Це питання місяців, якщо, можливо, навіть не більше. Перемога України буде, режим Путіна почав слабнути, почне стрімко падати. Що тоді буде робити Білорусь? Вона, по суті, вже відбилася від Європейського Союзу. Я маю на увазі зараз не громадян, я маю на увазі владу Білорусі, яка зараз є, та? В обличчі Лукашенка і інших чиновників, посадовців, які підтримують цього диктатора. Вона вже відбилася від Європи, хотіла прибитись до Росії, але ще й кінцево до Росії, по суті, не прибилась, бо розуміє, що це як прибитися до того човна, який повністю йде на дно. Тож як далі бути? Ну, вы знаете, я хотел бы, отвечая на этот вопрос, говорить о том, что мы давайте рассматривать эту ситуацию, когда Лукашенко не будет. Если Украина побеждает, и мы верим в эту победу, то действительно это открывается не шанс, а реальная возможность для белорусов изменить ситуацию в стране. Опять же, я считаю, что как дипломат, политик, что есть и другой вариант действий. Например, падение режима Лукашенко может произойти гораздо раньше, чем падение Путина. Если бы Европейский
Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки реально применяли бы такие же санкции, которые они применяют сейчас в отношении Российской Федерации. А сегодня, кстати, опубликован официально шестой пакет санкций ЕС. И давайте посмотрим реально, сколько внесено санкций в отношении России, сколько в отношении режима Лукашенко. Это неравноценные подходы. Поэтому это создает возможности Лукашенко зарабатывать даже очень часто на санкциях. Те же MasterCard, Visa, как русские приезжают и получают в Беларуси. Так вот, то, что в Беларуси ненавидят Лукашенко 70-80%, это факт. То, что в Беларуси 70-80% против войны в любой форме с Украиной, это факт. В России все наоборот. Экономическая ситуация в Беларуси ухудшается. ВВП упал за апрель же на 6,5%. Экспорт упал более чем на 20% за 4 месяца. Инфляция огромная. Заработные платы упали в реальном исчислении. Лукашенко реально угрожает серьезный экономический кризис, потрясение, за этим социальные потрясения и политические изменения. Вопрос, будем ли мы готовы, демократические силы, к этому сценарию и в какой момент он наступит. Так вот, падение режима Лукашенко может наступить раньше, чем падение Путина. Но здесь есть риски, что Путин может использовать эту ситуацию и направить свою пятую колонну, о которой говорил Франек, это генералитет пророссийский, для решения задач в интересах Кремля. Но это тоже в какой-то степени помощь Украине. То, что Путин будет вынужден вкладывать в Лукашенко, чтобы сохранить его, значит, он будет свой ресурс отправлять и на поддержку больше и больше режима Лукашенко. Поэтому я считаю, что здесь надо давить и расширять санкции на режим Лукашенко в таком же объеме, как и на режим в Российской Федерации. Дякую вам насправді за цю розмову, тому що, знаєте, ми дуже часто от говоримо про Білорусь без участі, власне, білоруських діячів. А ваша думка нам зрозуміла і цінна, тому що ми розуміємо, що ви відчуваєте ті настрої, які насправді панують саме в білоруському суспільстві, а не лише те, що собі там уявив і хоче робити Лукашенко. Павло Латушко, екс-міністр культури Білорусі, член президії Координаційної ради білоруської опозиції, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам за те, що доєдналися до ефіру. We'll be right back.